Да, спасибо большое. Меня зовут Виталий Жигулин. Я представляю ассоциацию компаний интернет-торговли. У нас представлены в ассоциации крупнейшие интернет-магазины, интернет-компании, которые представляют как разные сегменты, то есть и электроника, и одежда, и детские товары, и спортивные товары. Мы недавно подвели итоги 2013 года, поэтому я могу немножко дать цифр, да, по 2013 году, например. То есть мы не будем спорить с первым докладчиком? Немножечко, да, да. Жалко. У нас получается, что рынок электронной торговли в 2013 году составил 17 миллиардов долларов. Это включая не только товары, но и услуги и так далее. И вот в доле ритейла это сейчас составляет 2%. Для примера, если взять Соединенные Штаты Америки, там 10,5%, в Германии это 8,5%. То есть, ну, потенциал однозначно есть, увеличение этой доли. Рост 26% за год. И мы прогнозируем дальнейший рост в ближайшие 5 лет вот на таком же уровне. Да? Сейчас можно говорить, что интернет-торговля – это драйвер экономического роста. Это однозначно. Да? Какой будет 2014 год, пока трудно говорить, но тем не менее. Я согласен с Николаем по поводу того, что, конечно, речь идет о синергии офлайн и онлайн однозначно, потому что в будущем мы прогнозируем стирание вот этой границы. Не будет, наверное, только онлайн-магазинов и только офлайн, да, потому что это запрос, наверное, покупателя, и построение мультиформатных каналов – это, наверное, там, тренд на ближайший год, два, три. Может быть, хотелось сказать пару слов по поводу платежей, да, в интернете. Это очень важная тема для нашей ассоциации, это стимулирование безналичных платежей. И сейчас, по нашим оценкам, где-то 69% покупателей все-таки расплачиваются наличными средствами. Но тенденция очень позитивная, то есть доля тех, кто расплачивается картой, растет. И мы видим спрос у покупателей расплачиваться, например, картой в момент доставки товара. И, наверное, магазины должны это учитывать. Да? Многим людям удобно расплатиться именно в момент доставки. Нет необходимости искать сдачу. Да? Ну, это просто тоже потребительское такое пожелание, да, что ли. Поэтому, наверное, придет время, когда каждый интернет-магазин, уважающий себя, а не только член нашей ассоциации, будет давать возможность выбора расплатиться там картой или наличными.